Огнетушитель есть? На месте. Работы с искрением проводятся. Ребята, что вы творите там? Да, да, да. Вы хотите сзади все спалить? Обеспечьте меры безопасности, потом проводите работу. Все уже, все, мужчина. Огнетушитель здесь работает. Глубже его. Розовая с пушинками. Слушайте, ну не раскрывайтесь вот. Шалбу. Сейф. Ломай. Это не с той стороны. Светит оттуда, да? Где справа переписка? Так наоборот, наоборот поставят. Покажи. Так покажи. Да есть. Чипсы. На стол ставьте. Деньги есть? Да, на стол, нормально, документы, я прошу. Видели все. А что там коробка? Я сюда ставлю, вам покажу. Граната есть? Граната нету. Снимите верхнюю одежду, не видно, что у вас там в карманах. Может, вы там у Кио учились? Сейф открывать. Идите сюда, посмотрите. Я не против. Пройдите. Кто там в Киеве? Я против. Роман Николаевич, мы с инфамером. Вы что, смеетесь тоже? Чего это самое? Почему реагируете на это? Камера. Да. Подожди. Ну как воняет? Так что мы будем верхней одежды, уважаемые? Это что, на камеру делаешь выборы? Два. Камера. Сколько, одна? Здесь одна. Здесь там. Ну они все. Вот он. А это просто коробок. Да, это с той камеры. Сейчас туда положим. А где эта камера? Закон України про місцеві вибори вимагаємо скликати засідання Слов'янської виборчої комісії 28 листопада 2016 року. Порядок денний утворення дільничних виборчих комісій у межах Миколаївської об'єднаної територіальної громади Слов'янського району Донецької області. Значить, наскільки мені відомо, заявлення, слушай, Ольга, ой, Олена ОВ не писала. Добровольном сложении полномочий, а ее замена, которая производилась в Центральной выборчей комиссии, это была за поданням субъекта выдвигания, або от партии оппозиционных. Насколько мне известно, мало принимала до последнего здесь
все документы до 12 часов. 10 минут. О чем есть свидетели, которые находятся здесь, и о чем есть запись в журнале регистрации. А здесь уже 27 числа пишут о том, что... Мне вчера задавали многие, с политических сил, я не помню, я не буду озвучивать, какие... Что, вот так вот нам повезло, вот так мы провели зарубкование. То есть я так понимаю, что это слепленная бумага. Вот акт. Акт 28 листопада, без даты, без времени. Двумя людьми подписаны. Мищенко и Липова. Если их было 6, то тогда надо, чтобы 6 было. Мы ще підписалися, склалися акт про те, що печатка Слов'янської районної виборчої комісії знаходиться у голови комісії Суши ОВ. Якщо теоретично взяти, що не как-то посчитати, то вони підготовили, що голова предыдущая не работала. Я вам привів пример. Голова ушла отсюда в 15 минут первого. Ночью. То есть ночью. Потом появились 10 минут первого. Сотрудники, то есть, которые написали заранее, еще 27 числа, на голову, что она якобы написала заявление на его, во-первых, не писала. Во-вторых, она работала там. Это мне не только известно от, с кем я там общался, когда заступил в должность. Я с ЦВК общал, то есть Калюни Викторовне, по-моему, вообще претензии от Центральной избирательной комиссии нет. То есть, в принципе, она выполняла поставленную работу. Изложенная на этой бумаге, как я понимаю, сказано, что она не выполняет, не является, не приходит. Это образец. Да. Тут по отдельной парке. С одной руки. А еще не могу. Как она там оказалась? Так объект, вот это склад ДВК, номер 140-448, станом 28.11.2016 года. Ух ты! Поющий выбор депутата Миколаевской міської ради, об'єднаної територіальної громади та Миколаївського міського голови 18 грудня 2016 року, Слов'янського району виборчої комісії Донецької області. Это такое же получается ДВК 140-447. 140-446, 141-245. Давайте мы сначала зафиксируем, еще потом будете вызывать. А что это? Можете... 141-247. Сейчас, мы до конца дойдем. Давайте посмотрим, что это. Это выборы. Ну, выиграл. Ты вопрос, да? 141-236, 141-234. Список кандидатур до дельничей выборчей комиссии. Ручкой проставлено, кто зам, кто какой номер. То есть какие-то документы, додаток-то до протокола, номер. Вот, пожалуйста, зафиксируйте. Написано. Додаток, да, при всем, при том, что есть все номера, да? Уже прожеребковали комиссию 141-245. Ну, это, то есть, номера ручкой. Чем они там ставят? Я не знаю, чем. Я просто хочу сказать, что есть такой факт, да? И потом подписано додаток номер 3 до протокола номер без номера. То есть получается, это комиссия, которая не является сюда на заседание, она собирается где-то в другом месте и шлепает эти постановы. Так получается? Ну, я другого не понимаю. И что вот туда обращаться будет? Я уже обратился в МВД, но я не видел этих документов, как открыл, буду дальше предоставлять. То есть у них не было печати, правильно я понимаю? Да? У них не было печати. Голова должен созывать. Но я могу сказать, что я больше чем уверен, здесь еще не все журналы, потому что я не вижу больше журналов, никаких. А каким образом печать потом к вам попала? Печать не передала голова. Она не была. Голова была действующая, рабочая. ЦВК мы ставили... Каждый день ставим в известность. Сегодня, после этих событий, я еще поставлю, доложу, что было найдено в сейфах. Я предупредил, что я...